Привет! Привет! Вы на канале Чахло. Есть Егора. Мы сегодня будем делать бусинки. Бусинки? И паспеты. А что там за бусинки? Ну-ка давайте посмотрим. У Алисы упал. Бусинки, бусы, набор для рукоделия. Кто это у тебя такой? Это такой пингвиненок. Пингвиненок? Без глаз. Так, набор для рукоделия, бусы и браслеты своими руками. Это для Алисы бусинки, да? Да. Ну-ка давай посмотрим. Развивает мелкую моторику, художественный вкус, творческие способности, терпение и усидчивость. Как раз это для Алисы и Егора. Бусины отлично смотрятся на ручках, детских сумочках. Можно украшать абажуры, шторы, делать браслеты. Дай. Ну давайте, открывайте. Вот только чтобы это не рассыпались бусинки, нате, вот сюда сразу высыпите. Так, не драться. Так. Бусинки высыпайте в чашечку. Я... А кто это тебе? Это помогает. Hello Kitty или кто это у тебя? Это у меня Лили. А, Лили, пони, да? Она будет помогать бусинки делать? Да. И второй. Как я не говорила, это вот такие вот. А кто Лили украсил, а? Я. Такая прическа. Я. А почему мы видео про это не снимали, как ты украшала? А, Алиса, надо отдельное видео снять, как ты Лили прическу делаешь, да? Я вот сама высыпать мишку. Сама будешь высыпать? Так, Егор, что-то у тебя затянулось это. Вот все, это делается очень быстро. Вот. Дай, папочка, я буду высыпать. Все, высыпайте я в чашечку. Хочу. Я, дай. Так, не порассыпайте. Так, и вот сюда будете нанизывать. Ну, так, Егор, давай Алисе, пускай она нанизывает бусинки. Ты будешь помогать? Ой. О, так тут два можно делать браслетика. Я хочу делать два. Ну давай, один делает Алиса, другой Егор, и посмотрите. У кого будет красивее? Ну а как он одинаковый? Просто, или он тут, он один должен быть, наверное? Я не знаю. Ну давайте посмотрим. Алиса тоже будет одевать. В дырочку просовывай. Так. Да? Получается у Алисы? Егор тоже надел быстро. А у Алисы получается в дырочку просовывать? Ой, а что леску? С этими? Они как-то сместились две. Ну, а ты раздели их. А зачем, если их можно? А, они... А, ну, может, они двойные. Получилось! Получилось! Здорово! Алиса тоже бусинку одела. Все, одевай другую. И теперь... Молодчина. Все бы не рассыпалось через другой конец. Ну, а у нее там это тот конец связан. У меня тоже тот такой связан. Так, у Алисы получается? Да. Нравится тебе бусинки делать? Да. Так, еще один беру. Здорово. Мне получилось много бусинок. Много бусинок? Да, что? Может, много браслетов? Нет. Так, у Егора уже смотри, какой получается. Как сзади надо делать на шее. На шее? А что тут сзади? Ну да, разные, можно на шею сделать, да. А не, это веревка тягучая какая-то. Ну так это не веревка, это леска специальная. Тонкая леска. У Алисы получается, да? Да. Здорово. Вот тут маленькие только дырочки. Да. Егор делает Алисе браслет на ручку, а Алиса делает себе на шею бусы, да. Да, чтобы мне получили красивые бусы много. Да. Навряд ли это на руку. Ну-ка, Егор, померяй Алисе, может уже и хватит этот браслетик. Егор. Нет, тут навряд ли тут, это ей надо, потому что он будет слишком большой. Большой, ну значит нужно будет снять и все, ей браслетик ты сделаешь, а все остальное ей на бусы пойдет. Померяй ей на ручку. Угу, вот так-то. Что тут? Алисин же будет браслетик, да? Давай. Ну-ка. Стоп. Ну ручку давай, Алиса. Так, ну-ка. Ой. Да снизу. Под рукой. Алиса. Так, ну-ка. Ну-ка, получается? Нет, еще чуть-чуть тут надо. Мне кажется, получается уже. Ну или еще штучки 2-3 бусинки нужно, да? Я сделаю большой бусин на шее. А Алиса бусы на шее сделает, да? Да. Ну-ка все, Егор, все, меряй. А то сильно большой будет и будет спадывать. Мне кажется, это уже лишнее. Давай, Алиса, ручку Егору давай.
Нет, над бусинками, над браслетами. Ура! Мои бусинки вышли вообще. Так, ну-ка. Нет, ты уже даже лишнее сделал. Или нет? Нет, я примерно. Алиса, а перепирус взял и на вот столько. Ну-ка. Вот. Я не вижу, вот вообще не вижу. Ты все закрыл. Нормально? Угу. Если я сделаю еще давай. Нет, то нужно еще эту две. Зачем две? Он будет слетать тогда с нее. Нет, а то ей тогда так будет там туго. Ну он же растягивается. Он не растягивается. Ну ты потяни ее, она все равно чуть-чуть растягивается. У меня где такой ну-ка, сильный. Алиса, Алиса, давай, мерь еще раз ручку. Нет, ну ты, а он же внизу будет. Ты Чё? Бы еще до шеи натянул. Че? Чуть-чуть ниже. Вот, он вот здесь же у нее будет. Ну что-то, вот как раз. Это же у меня будет больше. Егор, у самого основания кисти померяй. Потому что мне кажется, он уже большой будет. Алиса, ручку подставь свою. Егор тебе будет браслетик мерить. Что ты меня подставляешь? Упал. Ну сейчас подымешь. Слишком большой браслет. Большой для меня. Я же тебе говорил, держи, Алиса. Спасибо. Для меня он большой. Сколько ты там снял? 4-5. Ну, мне кажется, теперь будет маленький. Алиса, подставляй ручку. Давай Егор тебе еще замерит. Теперь вот. Мы как стилисты. Как стилисты. Вот. Вот так вот нормально. И он еще чуть-чуть. Теперь бери. Одушься. Завязать сможешь или тебе помочь? Давай помоги тут. Подеть мне на ухо. Ну-ка давай. Вот так вот, наверное, надо. И мне на так вот завязать. Потом. Ну, конечно, тебе на ручку. Кому ты же? Без помощи. Это на шее будет. Так, вот так вот. Так. А ты пока сделай, Нечка, мне много буш. Много буш? Да, чтобы сальки было много у меня. Сейчас. Завяжем. И мне на ухо. Еще одна двойная. Ну, хорошо. Это, наверное, специальные такие. Ну-ка, Алиса, давай ручку сюда одевай. Пролезет у тебя ручка? Да. О, здорово. Сейчас на Алисе прям завяжем. Так, ну еще раз для надежности. Ой, у папы что-то запуталось тут все. Ручку держи. Так. И так. Отрезаем. Все. Ну-ка показывай, Алиса, какой у тебя браслетик получился. А, какой классный браслетик из бусинок, да? Да, теперь мы делаем бусы. Теперь бусы на шею. Да. Да? Да, как да. Девочка мне показывала. Да, и Алисы будет и браслетик красивый, да, и бусы такие на шее. Что-то не хочет. Дай. Ну тут как на картинке, надо делать бусы два. Два? Ну так потом с другого набора сделаешь бусы. Да. Вот это? Нет, этот уже не был, и этот не был. Этот не был, и этот не был? Ну, сейчас сделаете, и будет у тебя одни бусы, а потом сделаем другие бусы, да? Из тех резиночек. Да. Да. Для плетения. Тебе нравится такой браслетик? Как это не нравится? Очень красивый даже. Мне не нравятся вот эти шарики. Почему? Потому они зеленые, они красивые, у всего розовые. Розовые? Так да. Их можно будет покрасить разным цветом. Я хотела розовыми. Ну, покрасим потом розовыми. Да, но у меня нет краски розовой. Нет краски? Найдем, не переживай. Ну что, Егор, сделал уже бусы? И вот опять еще двойная. Опять двойная? Ну, вот. Так, все. Сейчас посмотрим. Ну-ка. Нет, ну это же не вокруг, это на шею нужно. На шею нужно будет одевать. Ну-ка, дай-ка. Нет, Алиса, Егор, дай бусинки. Они должны висеть будут. Вот так вот где-то. Вот так вот они должны висеть. Да? Сейчас мы вот так вот их завяжем, а потом отрежем лишнее. Привет. Привет. Ой.
Посмотри, ребята, как он умеет. Ой, как посмотрите, ребята, как он умеет. Посмотрите. Так. Он воздух дует, да? Да. Сейчас я завяжу, чтобы мне удобнее было. Заклинечка, это у меня мотор такой. Папа, смотри. Папа, смотри. Ну вот, получились какие бусинки у нас. Посмотрите. Потом отрежу. Ну давай, садись. Егор, одевай Алисе. Да. И посмотрим, какие бусинки получились. Так, это как, через голову? Ну, конечно. Оденутся, нет? Хватит там? Давайте. Нет. Нет, не хватает. Не хватает? Ну, нужно прямо на шею поход завязывать. А, ну ясно. Ну, тогда снимаем. Ну, тогда для Лили. На Лили повешай бусинки. Ей пойдет? Ну, по размерам. На, повешай. О, Лили подходит как раз. Да. А это нужно было, чтобы Алисе бусинки сделать на шее, нужно было тогда связывать два кусочка лески, да? Ну что, красивые бусинки у нас получились, да? Да. Показывай, Алиса, свой браслет еще всем. Ой, какой красивый браслет. Говорим всем пока-пока. Пока-пока. Подписывайтесь на наш канал, в гостях у Алисы и Егора. И ставьте пальцы вверх. Всем пока-пока.